День молодежи начался со слов благодарности тем, кто не остался равнодушным и помог создать этот праздник. Это депутат Смоленской областной думы, почетный гражданин города Десногорск, директор АО «Атомтранс» Михаил Лосенко. Директор Смоленского филиала АО «Атомэнергоремонт» Сергей Александрович Крючко, аплодисменты! После официальной части начались увлекательные конкурсы. Несмотря на пасмурную погоду, яркими эмоциями ребята зарядились благодаря фестивалю красок. Облака яркого дыма создали уникальную атмосферу, и стало ясно, для дальнейшего веселья ни помеха, ни дождь, ни ветер. Одним из самых забавных был конкурс «Эх, была не была». На сцену приглашались добровольцы, которые по сигналу ведущей сдували шариком 15 бумажных стаканчиков. Не остались в стороне волонтеры города. На празднике они исполнили танцевальный флешмоб в рамках областной антинаркотической акции «Зажигаем вместе». И еще раз напомнили присутствующим, что волонтеры за здоровый образ жизни. Лучших волонтеров ждала заслуженная награда за активное участие в жизни города и организацию многочисленных молодежных акций. Также на празднике присутствовали члены мотосообщества – настоящие байкеры, пообщаться с которыми и сделать необычное фото мог каждый желающий. Байкер-гости с удовольствием рассказали о своем увлечении и охотно ответили на многочисленные вопросы ведущей. Итак, байкеры, признавайтесь, не про вас ли мы считаем подслушанно, что вы нарушаете ПДД, а рев ваших байкеров мешает уснуть мирным жителям? Да ну, нет, наш клиент по-любому нет, потому что мы все с вами договорились о том, что мы будем давать спокойно спать, где бы того, насколько дом работает. Те, кто потише, соответственно, их не слышно. В течение всего вечера диджей Заверуха развлекал присутствующих драйвовыми ремиксами. Порадовали в этот день зрители и вокалисты студии эстрадной песни «Ренессанс», которые исполнили много зажигательных песен. Больше 3 часов продолжалась праздничная программа «Дня молодежи» и закончилась традиционно молодежным развлечением – пенной вечеринкой. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.